Добрый день. Свой отзыв по психосоматике, если хочу отправить на сайт. Прошла весь тренинг. Там было очень много уроков, очень много информации. Поскольку информация была действительно колоссальная. Сейчас я к ней постоянно обращаюсь, поскольку еще дополнительно обучаюсь в школе коучинга. И вот в комплексе с вот этих два тренинга, психосоматика, быстрое здоровье и школа, помогают в жизни. Выявление своих собственных психосоматических заболеваний, которые мне удалось все-таки привести в норму, и вес положение, и, как правило, женщины немножко, так сказать, восполняют, то мне удалось сохранить вес на постоянной отметочке, что, конечно, большой плюс, большой, огромнейший плюс, я считаю. Ну и тренинг, конечно, предполагает гармоничное развитие человека. В случае выполнения рекомендаций, которые дает Пелбен Сичкос, их тоже достаточно много. И в любом случае, если заниматься своим здоровьем, то эффект будет и хороший. То есть можно будет обойтись без лекарств, если другие беременные женщины, с которыми мы приходили в консультацию, и они обращались за консультацией, то, конечно же, им выписывали очень много лекарственных средств и различные там капельницы делали. То есть я, проходя этот тренинг в течение всей вот, всего срока беременности, обошлась без, благодаря рекомендациям, благодаря упражнениям ежедневным, я обошлась без лекарств практически совсем. Ну, витаминки только, да? А. Ну, вот такой вот большой плюс. Ну и мои близкие стали обращать внимание, что эффективность есть, и теперь постоянно для осознания той или иной проблемы, и когда что-то беспокоит, мой муж, допустим, тоже обращается вот к моей страдочке, либо спрашивает у меня, либо сам смотрит, но сам факт, что работа идет, сознательная работа над собой, что очень даже интересно наблюдать. И даже если записывать, я записывала свои результаты до начала прохождения тренинга, уже ближе к середине, ближе к концу, результаты есть. Результаты есть. И причем я считаю, что очень большие, колоссальные. Даже боюсь представить, если дорабатывать этот тренинг, постоянно работать над собой, то, ну, наверное, можно вообще быть долгожителем и быть очень, наверное, радостным, счастливым человеком. Вот такое вот изменение качества жизни. Хотя в это, наверное, трудно поверить, потому что привыкаешь к определенным стереотипам и нормам поведения, нормам информации, которую ты получаешь. Здесь информация совсем другого плана. Здесь не рекламируют лекарства, а рекламируют, как сохранить свое гармоничное состояние и, естественно, свое здоровье. Очень рекомендую тренинг, очень хороший. Спасибо.